Сегодня в администрации на координационном совещании по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обсудили дальнейшее взаимодействие в этом направлении ответственных структур и органов. На каждом этапе мы тоже должны представлять четкое взаимодействие, кто с кем. И в идеале работа наша с вами должна заключаться в том, чтобы правонарушения свелись к минимуму. И даже те, кто, ребят, несовершеннолетние, совершают правонарушения, чтобы впредь они этого не допускали. На совещании присутствовали представители администрации Серпуховского городского суда, правоохранительных органов. По итогам было принято решение усилить меры по профилактике и предупреждению совершения преступлений несовершеннолетними.